Всем привет, с вами GamePlan, и как уже стало традицией, по мере выхода обновления для Subway Surfer мы снимаем видеообзор этого обновления, и очередное обновление не стало исключением. В этот раз Subway Surfer отправляется в город Париж, в столицу Франции. Давайте посмотрим, что здесь появилось новенького. Ну, естественно, новенькая главная менюшка, где написано, что это Париж. Давайте перейдем в магазин. Что у нас здесь появилось нового? У нас появился новый персонаж Коко. Это парижский мим, и это девушка. Это можно видеть по талии. У юноши такой талии быть не может. Так, дальше у нас появились костюмчики для героя Спайка. Вот такой вот костюмчик есть, вот этот еще более-менее. И вот такой. Вот этот костюмчик мне не очень сильно понравился. Также костюмчики добавили еще и Тегботу. Смотрите, какие у него появились костюмчики. Вот такой вот и вот такой вот. Если вы любите одного из этих двух персонажей, то вы, в принципе, можете за ключики прикупить ему новую одежечку. Появились, естественно, и новые доски. Так, где она? Вот эта новая доска. Это эксклюзивная парижская доска. Вы можете ее купить за 50 тысяч. И написано, что осталось 33 дня. То есть через 33 дня, по сути, должно выйти новое обновление. Все нововведений здесь нет, но за исключением того, что теперь нам необходимо собирать маленькие эйфелевые башенки, чтобы каждую неделю получать один из бонусов. Давайте отправимся в забег и посмотрим, что у нас здесь. У нас появился вот такой вот жандарм, который за нами бежит. А так, в принципе, все осталось, в принципе, таким же. Даже это обновление, мне кажется, как-то возвращает нас к истокам первоначального серфера, потому что, в принципе, здесь не очень такие яркие цвета и не такая, как бы сказать, местность, которая бы выделялась бы и резала глаза. Здесь обычные такие вот парижские скромные улочки с кафешками, обычные поезда, не таких ярких цветов, например, как были в Майами или в Австралии, или в Токио, вообще там была жесть неоновая. А так, в принципе, фанаты игры, наверное, обрадовались, то, что вышло новое обновление, потому что это как-то разбавляет, наверное, однообразие и заставляет окунуться в игру с новыми силами. В общем, обновление такое, средненькое, ничего сверхнового, сверхинтересного оно не принесло. Но, в принципе, работает все у меня, по крайней мере, достаточно неплохо. Но читал в комментариях то, что у некоторых людей глючит. Но с каким обновлением Subway Surfer такого не было, скажите мне. По-моему, каждое обновление и у кого-нибудь да что-нибудь да и глючит. По крайней мере, у меня все обновления всегда идут гладко, никаких вылетов, никаких фризов и никаких подтормаживаний. Такой вот он Париж, по мнению разработчиков игры Subway Surfer.